когда-то песчаная, численность населения около 1000 человек, считалась популярным местом отдыха среди жителей Симферополя по причине близкого расположения. А что же сейчас происходит там, в песчаном, в некогда замечательных местах? Люди, побывавшие в этом году в песчаном, выложили фотографии в сеть, которые удивляют, но только не в положительную, а в отрицательную сторону. Более того, люди пишут, что на самом деле, находясь там, это выглядит еще хуже. Береговая зона, которая растянулась на несколько сот метров, полностью разрушена в результате штормов и оползней. В воде лежат бетонные лестницы, над ними огромные куски асфальта. Похоже, в таком состоянии эта часть села находится уже несколько лет. Здесь не ведутся какие-либо берегоукрепительные работы, ремонт или реконструкция. Здесь вообще ничего не происходит. Жуткая картина. Наверное, это место могло бы служить отличной локацией для съемок фильма об апокалипсисе. А пока добро пожаловать, дорогие россияне, в Крымский рай.